Студия «Ура Рекордс» приглашает вас прикоснуться к миру шоу-бизнеса. Смотрит в окно луна, смотрит, как ты не спишь, молчишь, грустишь. Что же тебе сказать, как тебе намекнуть? Что если вы записываете песню, то обязательно чувствовать себя комфортно. Вы должны слышать свой голос и слышать фонограмму, под которую вы поете. Нужно не слишком близко находиться к поп-фильтру, потому что это специальная сеточка, которая глушит звуки, которые не должны попадать. Например, «п», «ч». Если какие-то есть такие ударные звуки, они глушатся и смягчаются за счет этого поп-фильтра. Работайте с микрофоном, как будто если бы пели любимому человеку. Но может кораблик твой бумажный настоящим стать однажды, и надо печалиться. Дин, очень хорошо, но можно будет еще чуть-чуть вот как-то подобрее, пооткрытие, так знаете. Если вы хотите записать свой трек, то придя на студию звукозаписи, я как звукорежиссер с уверенностью могу сказать, что первый фактор – это, конечно, позитивное настроение, чтобы вас абсолютно ничего не смущало, чтобы у вас было желание. Я считаю, что залог у удачного трека все-таки, скорее всего, в вокале. Почему? Потому что главное спеть правильно, достойно трек, с чувством, с какими-то эмоциями. А можно на самом деле очень много говорить об этом. Я советую вам просто прийти к нам и попробовать самим. Не надо печалиться. Очень хорошо. Можно еще один дублик такой же? Окей, хорошо. Не надо печалиться. Небо споет о ней струнами дождей. Не надо печалиться. Кино продолжается, а жизнь начинается с восхода. И в любое время года не надо печалиться. Почувствуй себя звездой. Специально для Выгода.ру. Дина Мигдаль.